Год волонтера и добровольца, каким объявлен 2018 в России, в Омской области состоится 54 крупных мероприятия для комфорта, здоровья, патриотического воспитания жителей региона. Об этом руководители 40 молодежных волонтерских объединений говорили в формате круглого стола 31 января. Развитие добровольческого движения на предстоящий год, планы и проекты, обмен контактами и перспективы совместной работы. Обсуждение получилось живым. Один волонтер – это, конечно, прекрасно, но мы все знаем с вами поговорку «один в поле не воин». У каждого вуза, у каждой любой образовательной организации есть прекрасные свои проекты, и в которых было бы очень хорошо, неплохо, если бы поучаствовали и другие также вузы, средние профессиональные организации. Ну и, безусловно, чем нас больше, тем мы больше можем принести добра. В обсуждении активно приняли участие представители региональных министерств труда и социального развития, здравоохранения и организаторов встречи Министерства по делам молодежи. Специалисты ведомств готовы сотрудничать с добровольцами по основным направлениям работы. Это очень важно для волонтеров, потому что все мы хотим, чтобы волонтерство имело официальный статус. У нас были официальные договоренности, контакты не только между собой, но и с другими ведомствами, учреждениями. Поэтому очень рады, что они наконец-таки обращают внимание на это, приходят к нам на круглый стол, активно включаются в волонтерскую деятельность, приглашают волонтеров к себе, ну и всячески содействуют вообще в реализации волонтерской деятельности. Сегодняшняя встреча показала, насколько многогранная наша, так скажем, профессия, и люди готовы вкладываться в достижение своих идей и результатов. Одним из ключевых проектов года станет создание реестра всех добровольческих организаций и объединений региона. Документ будет размещен на официальном сайте Министерства по делам молодежи Омской области и станет полезен тем, кто хочет влиться в волонтерское движение, и людям, которые нуждаются в поддержке добровольцев. Гуманитарный спецназ «Добрый Омск», «Атом энергии жизни» – проекты добровольческих объединений призваны сделать жизни мечей проще, ярче и интереснее. Мы с командой нашей разработали квест, посвященный добровольцам. Даже разработали их несколько форматов. Один из форматов – это квест, посвященный непосредственно личностям, которые являются самыми выдающимися добровольцами. Второй формат квеста – это квест, который будет посвящен направлениям добровольства, там, например, как социальное волонтерство, да, то есть, ну, какие-то направления по добровольству, чтобы люди могли узнать все больше и больше о наших движениях и, в принципе, о добровольстве в России. Откроет серию запланированных волонтерских событий 2018 года «Доброфорум», который состоится в Омске в марте.